Привет 21 века 18-му. В стенах Центра культуры и досуга «Спутник» специалисты Курганского дома молодежи устроили настоящий новогодний бал. Чтобы попасть на мероприятие, уже успевшее стать традиционным, юношам и девушкам пришлось приложить немало фантазии. Костюмы участников бала должны соответствовать настроению и эпохе. Однако друзья и партнеры Дома молодежи, именно им несколько лет подряд посвящается такой вечер, с удовольствием приняли условия организаторов. Мой костюм – это мое свадебное платье, которое специально перешито для бала, потому что на первый наш бал мы ездили специально в Челябинск, потому что было интересно вот в такую специальную атмосферу попасть. Интересно наблюдать за костюмами других участников, кто подготовился серьезно к этому. Уголок видеопожеланий, почта для гостей, банк идей на 2012 год. Чего только не придумали организаторы, чтобы вечер гостям запомнился надолго. Концерт состоит из номеров тех коллективов, с которыми мы в течение года активно сотрудничали. Плюс, значит, подготовили номера, а волонтеры, они специально готовились к балу, учили вальс, минуэт. Также готовились и наши специалисты Дома молодежи. То есть тянемся к прекрасному.